Привет, мои дорогие друзья! С вами я, Булат Алеев. И вот мы с вами начинаем курс обучения программе Lightroom. Итак, давайте сразу приступим к делу, не будем много разговаривать. У меня установлена программа Adobe Lightroom версии 4.0. Я на самом деле всем советую поставить эту версию, потому что по сравнению с предыдущей версией, например, третьей, да, в которой я раньше работал, здесь очень много изменений. То есть программа практически потерпела те изменения, которые в третьей версии уже нету. Вот. И тем более нету этих всех многих функций там в первой или же второй версии. Вот. Поставьте себе Lightroom 4 версии, и будет у вас все клево. Вот. Давайте начнем с того, что программа Lightroom, она предназначена в большей степени для работы с форматом RAW. То есть вам для того, чтобы в этой программе работать, необходимо будет фотографировать в формате RAW. Конечно, JPEG она тоже обрабатывает формат JPEG, но вы не сможете ощутить всех тех прелестей этой программы именно с JPEG, а сможете ощутить их, фотографируя в формате RAW. Открыв программу, в первый раз вы увидите вот такое вот окно, где есть много различных полей. Ну, давайте с вами разбираться по порядку. Самые основные поля, в которых мы с вами будем работать, они находятся вот здесь вот наверху. Это у нас вот библиотека, коррекции. Это вот эти два основные поля, в которых мы будем работать. Здесь также есть карты, книга, слайд-шоу, печать и веб. Я очень редко, вернее, практически не работаю вот с этими параметрами. Основные вкладки, с которыми я работаю, это библиотека и коррекция. В вкладке библиотека происходит импорт фотографий, импорт файлов в программе Lightroom. А в папке коррекции, во вкладке коррекции происходит их обработка. Итак, давайте разбираться, как же нам импортировать фотографии в программу Lightroom, импортировать файлы RAW в программу Lightroom. Вот. Скажу вам так. Вам их нужно, во-первых, куда-то скинуть на компьютер, и вам их нужно на компьютере в какой-то папке разместить, в определенной папке. После того, как вы их разместите в этой папке и закинете в программу Lightroom, вам до того, как вы их обработаете, нельзя будет эти файлы из папки перемещать, потому что Lightroom, он обращается постоянно к этим файлам именно по тому адресу, где они находятся. Импортировать фотографии, файлы RAW в Lightroom можно следующим способом. Вот у нас здесь есть такие вкладка «Каталог», «Папка», «Коллекция» и «Служба публикации». Нам нужна будет вкладка «Папка». Вот. Вот здесь видим уже у меня много импортированных различных папок. Здесь мы нажимаем на «Плюс», создать новую папку. Вот. Здесь выбираем добавить новую папку. И нам он предлагает выбрать путь, где лежат у нас наши фотографии. Давайте выберем из моих реальных фотосессий, из которых я фотографировал. Я выберу фотосессию. Вот. У нас вот в данной папке уже, если зайти, у нас уже лежат фотографии, уже лежат файлы вот здесь вот с RAW, но он их не показывает. В третьей версии показывает, в четвертой не показывает. В данной папке у меня еще две подпапки, вот такие JPEG и слайд-шоу. Вот это я делал love story для ребят. Вот, но программа Lightroom знает то, что здесь фотографии RAW, они лежат. Мы нажимаем выбор папки. И он сейчас нам выдаст дополнительное окно, где мы видим с вами фотографии, вот, которые у нас представлены в этой папке. То есть у нас вот они вот здесь вот есть. Вот эти фотографии. Они у нас отмечены галочками. По умолчанию у нас тут стоит добавить. Вот здесь я вам порекомендую ничего не менять, то есть по умолчанию, да, это потом уже будем с этим всем разбираться, потому что для начала этого нам уже, вот этих вот всех установок нам не нужно будет. Все, мы можем с вами галочками отметить те фотографии, которые нам нужны, и те фотографии, которые нам нужны, можем просто галочки снять, и они у нас станут такими вот темными, да. Мы галочками отмечаем все, что нам нужно.
принципе, можно не заморачиваться и скинуть, импортировать все фотографии. Потом в процессе обработки мы сможем с вами убрать то, что нам не нужно. Я рекомендую, конечно, все сейчас закидывать и нажимаем вот здесь вот кнопочку «Импорт». Но до этого мы можем, например, отсортировать фотографии по имени файла, да, например, или же по времени съемки. Вот. Отсортировали так, как нужно. Здесь можно изменять нам размер вот эскизов. Можно прибавлять их до больших, до маленьких. Вот. И все. Когда мы установили нам нужные параметры, нажимаем импорт. Нажимаем импорт и ждем, что у нас вот здесь вот строка состояния наша, он импортирует нам фотографии. Фотографии в формате RAW. То есть у нас уходит на это некоторое время, потому что у кого-то более мощный компьютер, у кого-то менее мощный компьютер. Это, естественно, зависит от производительности системы. Если вот с фотосессии я делаю порядка 500-600 кадров, то вот у меня импортирует, может быть, там минуты полторы фотографии в Lightroom. Вот здесь слева мы с вами можем наблюдать во вкладке «Папка» все наши фотографии, которые мы с вами делали. То есть вот есть, которые обозначались знаком «вопрос». Соответственно, эти, значит, равы я уже сделал. Я просто сами исходники равы удалил. И он не может их обнаружить, поэтому у него знак вопроса. Вот эти вот JPEG, да, они существуют, и поэтому он их видит. И мы можем в любой момент к ним вернуться, к тем папкам, которые вы делали. То есть, например, вы сейчас закинули эту съемку, немножко ее обработали, а потом вам, ну, надо другую съемку сделать. Закинули также вот через плюс добавить папку другие фотографии, вот их поработали. И всегда можете вот здесь вот во вкладке «Папка» вернуться к тому, что вам нужно. Вот. То есть мы можем вот вернуться вот к этой, например, съемке, да, всегда. Вот, можем найти нашу съемку, которую вот только что я вот закинул. Вот, соответственно. Вот здесь у нас сейчас все фотографии, которые мы с вами закинули сюда. Вот далее мы с вами перейдем во вкладку «Коррекцию» и начнем уже обрабатывать фотографии. Итак, давайте с вами переходить на следующий урок.